Идем далее. С видом на море живут люди в домах по улице 12-я Марьяновская. Вот уже 2 года там вода не сходит с улиц города. Всему виной не прочищенная канализация. То ли курорт, то ли зазеркалье. Картины 12-я Марьяновская утопические во всех смыслах. Оборачиваются вполне реальными последствиями в виде убитых влагой фундаментов и риска для жизни. Если сюда ребенок попадет, играючи, то утонет запросто. Некоторые даже соревнуются. Иди зайди ко мне в огород, у меня вот так. Анатолий Николаевич на Марьяновских живет 2 года. Приобретая дом в городе, сельчанин и не подозревал, что тот с видом на море. Сапоги и стопка бумаг в руках – часть образа. Доказательство бездействия инстанции пенсионер подкрепляет фотоснимками. Работы по прочистке ливневой канализации закрытого типа между домами 64-66 выполнены. Где они выполнены? Как осталась здесь нетронутая, так и до сих пор. И вот сейчас, как говорится, еще в худшем варианте пришло, потому что пришли вчера дожди, и здесь было, вот где мы с вами стоим, вот здесь была вчера вода. Худший вариант закопан где-то здесь. Судя по официальным ответам, старую ливневку департамент городского хозяйства прочистил. Курсирующий по округе осенизатор водоканала не знает, как проехать к колодцу, а приступив к откачке с помощью жителей, выясняет, что такое из пустого в порожнее. Из одного колодца качают, переливают в другой. Не может здесь сутки стоять и весь вот этот поток воды со всех сторон вот сюда вот выкачать за полчаса. Он сожжет топливо, потеряет время, и толку от этого не будет. Вот эта куча мусора – оборонительный редут от воды. Вот здесь люди прокопали специальный ров и пытаются справиться с собственными силами. Ирина Ягодина в водоемкой сфере трудится не один год. В обращении с лопатой за время потопа жительнице пришлось наловчиться. В том году тоже еще более-менее. А этот год вообще разлилось и там, и там. На машинах вообще не проехать. Вообще. Выходить на работу, вот я в окружную на водоканал хожу. Потому что не пройти. У кого-то вода возле дома, а у Александра Середы в погребе воды почти метр. И об урожае приходится забыть. Вот ящики плавают. И в ящиках вот картошка, морковь, вот свекла. Вот наглядный пример. А банки все под низом, на стеллажах. Впрочем, ради спасения жители сами готовы заменить канализацию в складчину. Только вот разрешения на проведение таких работ у людей нет. Николай Евенко, Александр Филиппов, Антенна 7.